Снеги белые, тучи низкие, на окне цветы все хрустальнее. Как живется вам, наши близкие, наши близкие, наши дальние? Как живется вам? Мы хотим верить, что вам живется хорошо, хотя мы знаем, как трудно вам живется. Для меня очень важно в Александре Аркадьевиче, в его творчестве, да и не только вообще во всей его жизни, то, что этот человек был наполнен свободой. Свободой с большой буквы. И когда ты его слушаешь, ты понимаешь то, что он всю свою жизнь стремился к обретению этого дара, который Господь дает каждому человеку. Мне кажется, это чувствуется практически во всех его произведениях. Вот уже много лет прошло с тех пор, как мы слушали его песни и стихи в подполье, можно сказать. Сейчас времена изменились, но я уверен в том, что те люди, которые продолжают его слушать и любят его, они так же, как и он, стремятся к свободе. Спасибо вам за внимание. Доброго вам всем здоровья, успехов творческих. Ну и нам всем вместе хорошего вечера, концерта. Спасибо. Когда я вернусь, ты не смейся, послушай, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь! Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, когда я вернусь, я войду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем. Когда я вернусь, о, когда я вернусь, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи тот старый мотив, тот давнишний забытый запев, и я упаду побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои, когда я вернусь, а когда я вернусь? Спасибо. Андрей Земсков, Харьков.
Владивосток. В зале очень много ровесников моих родителей, и захотелось спеть песню о тех временах, когда жил Александр Аркадьевич Галич, когда наши родители были молодые, да и мы еще не были такими пожилыми людьми. Мы дети детей Победы. Победы, родившихся в 45-м, в стране, что стояла гордо на твердых своих ногах. Военной поры приметы, привычные тем ребятам, ложатся на гриф аккордом и в наших звучат стихах. Косую линейку пропись, в засохших чернилах вставка, и карточки отмененной, квадратик, что хлебом стал, и стреляной гильзы окись под вспоротым брюхом танка, и запах травы зеленой, пробившейся сквозь металл. Мы дети военных фильмов и книг о пиратских кладах, в индейской раскраске лица, в атаге на пустыре, с набурной ручкой финка и хмурый генсек в наградах. Все это одна страница в потрепанном букваре. Дети детей Победы, мы кисточкой осторожно снимаем наветы с круга наивных времен, когда и радости все, и беды делились. И было можно рассчитывать друг на друга, а прочее ерунда. И радости все, и беды делились. И было можно рассчитывать друг на друга, а прочее ерунда. Спасибо. Я приглашаю на сцену Елену Алексееву, город Запорожье. Видите, наш фестиваль продолжает быть международным. В прошлый раз у нас был гость из Витебска, в этом году у нас даже два гостя с Ридной Ныньки Украины. Александр Галич, «Прощение с гитарой». Осенняя, простудная, печальная пора. Семиструнная, ни пуха, ни пера. Ты с виду тонкорунная, на слух хорошая. Гитара семиструнная, прелестница моя, ах, как ты пела с молоду, вся музыка иста, что трудно было голову с тобой не потерять. Чебиря, 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 шечка, ах, как плыла голова моя душечка, когда ж ты стала каяться в
темные года и стать не та красавица, и музыка не та. Все шепоток в пространстве я проношу у костра. Была б, мол, только санкция романтики. Романка, романтика небесных колеров, нехитрая грамматика небитых шкалеров. Чебиряк, чебиряк, чебиряшечка, стало скучно мне с тобой. Итак, как дождь полуночная, который год подряд все по одной по струночке, а шесть других молчат. И лишь затем без просыпа разыгрываешь страсть, что может та курносая послушать и дасть. Так и живешь бездумная приятности примет. Гитара однострунная, полезный инструмент. Чебиря, чебиряк, чебиряшечка, ох, несовестно ли тебе, моя душечка? Плевать, что стала курвою, что стать под стать, зато номенклатурная, зато нужна людям. А что души касается, про то забыть пора. Что ж, прощай, красавица, Чебиря, чебиря, чебиряшечка, что ни пуха, ни пера, моя душечка. Чебиряк, чебиряк, чебиряшечка. На сцену приглашается Сергей Мамонтов, город Москва. Александр Галич, слушая Баха. На стене прозвенела гитара, расцвели на обоях цветы одиночества Божьего дара. Как прекрасно и горестно ты. Есть ли в мире волшебней, чем это, всем докукам земным вопреки одиночество звука и цвета и падений последней строки? Отправляется небыль в дорогу и становится былью потом. Кто же вправе указывать Богу,
и заведовать Божьим путем. Но к словам ограненным строками, но к холсту, превращенному в дым, так легко прикоснуться руками. И соблазн этот так нестерпим. И не знают вельможные каты, что не всякая близость близка, и что в храм реминорной докаты недействительны их пропуска. Спасибо. На сцену приглашаются Сергей и Лариса Конесли, город Троицк. Повстречала девчонка Бога, Бог пил мертвую в монополике. Но много лет Бога прока, чертовне и в чаду попойки. Ох, как пилось к полночи, как в башке гудело, как цыгане сволочи пели канавелла. Ой, да, канавелла, гран-традела. Ой, Йориса, пала, канавелла. А девчонка сидела с Богом, к Богу фасом, а к прочим боком. Ей домой бы бежать, папане, она чокается шампанью. Ах, елочки, мочалочки, сладко вина пьются в серебряной чарочке на золотом блюдце. Самовар чертям полуда, жар витал над столами сотью, а в четвертом часу под утро Бог последнюю кинул сотню. Бога пьяного в дугу все теперь цукали, и цыгане не гугу, разбрелись цыгане. И друзья допив до дна, с катертью дорога, лишь девчоночка одна не бросала Бога. А девчоночка эта с охры, и глаза у ней цвета охры, ждет маманя свою Равинку, она с Богом сидит в обнимку. И надменный половой шваркнул мокрой тряпкой, Бог с поникшей головой горбил плечи зябко и просил у цыган хоть слово, хоть полголоса, хоть чуть слышно. В ответ ему жбан рассола, понимаем, что время вышло. Вместо водочки вода, вместо пива пена. И девчоночка тогда тоненько запела. Ой, да, канавелла, гран-традела. Про поле и про дорогу, и про сумерки, и про зори, и про мир, ушедших в море. Ах, как пела девчонка Богу, ах, как пела девчонка Богу. И не знала она, и не знала,
что бессмертный в то утро стало. Этот тоненький голос в трактирном чаду будет вечно звенеть соловьином в саду. Алексей Иващенко, город Москва. Здравствуйте, дорогие друзья. Большое спасибо, что пригласили меня сюда сегодня. Это большая честь выступать на таком фестивале. И это прекрасно, что он существует, этот фестиваль, что никуда не девается со временем, не пропадает ни это имя, ни то, что этот человек сделал для... Да что там мелочиться, для нашей Родины. Вы знаете, я как-то так сложилось, я в репертуаре у меня песен Галича почти нет. Не знаю почему, при том, что я очень его люблю, но петь эти песни мне всегда казалось каким-то, чем-то очень таким серьезным. Одну песню я все-таки попробую спеть, благодаря тому, что я знаю ее всегда. Знаете, бывает, есть песни, которые ты знаешь всегда. Ты не помнишь, когда ты ее, ты всегда ее знал. И эти слова, они в тебе живут всегда. Иногда даже страшно делается от того, знаете, что вот, может, ты их неправильно поешь, может, ты автор их сочинил по-другому, потому что ты услышал ее от каких-то ребят, эту песню, от каких-то друзей, еще от кого-то. Она была бродячая, я не знал, что это Галич. Но оказалось, что все слова правильные. Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладу на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль, ни к пустыне, ни к полюсу холода, ни на катере к этакой матери. Но поскольку молчание золото, то и мы, безусловно, старатели. Промолчи, попадешь в богачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И не веря ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза. Сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Где теперь крикуны и печальники отшумели и сгинули с молоду, а молчальники вышли в начальники, потому что молчание золото. Промолчи, попадешь в первачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И теперь, когда стали мы первыми, нас заела речей маята. Но под всеми словесными перлами проступает пятном немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от холода. Мы-то знаем доходней молчания, потому что молчание золото. Промолчи, попадешь в богачи. Промолчи, попадешь в первачи. Промолчи, попадешь в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи. Промолчи.
хорошо отбросить прочь сомнения и печали. Как словно если цель ясна и рядом есть друзья. Нас сомневаться и страдать нигде не обучали. Нас обучали понимать законы бытия. И если гром средь бела дня гремит, не утихает, и если свет кромсает ночь на клочья темноты, так значит где-то далеко обвалы громыхают, и кто-то шарит фонарем по улицам пустым. Мы не были шпаной, мы галстук пионерский сжимали в кулаках от гордости смеясь. И мыслями чисты, и помыслами дерзки мы замыслы свои несли из класса в класс. Мы веру и любовь оттачивали в спорах. Мы верили, что нам воздастся по труду. Мы родились, когда страна стряхнула порох, похоронила прах и выветрила дух. И мы учились вместе с ней не ахать и не охать, смотреть вперед и не смотреть на то, что за спиной. И что такое хорошо, и что такое плохо, учили, повернув тетрадь обратной стороной. Нас не поймаешь на крючок приманкою дешевой. Нам уготованы судьбой великие дела. Мы так подкованы, что нам копыта жмут подковы, и остается только грызть стальные удила. Мы дети тишины, без бурь и катаклизмов. Историю борьбы мы знаем по кино. Мы внуки октября, мы правнуки царизма. Мы бешеная кровь, опричнины шальной. Так неужели ж боль, что спать мне не давала, что мучила меня стыдом в груди горя, не более чем гром далекого обвала и еле видный свет ночного фонаря. Спасибо большое. Просыпайся, душа, поднимайся. Хватит спать, словно сыч на столбе. Поднимайся, душа, принимайся. На кларнете играть и трубе. И в пучины бесстрашно кидаться, и ляфам, как и прежде, шурше. И ведь приходит пора пробуждаться даже очень уснувшей душе. Потому что она, потому что она обормоту тебе не случайно дана. Ведь когда в небесах делать начали нас, для тебя кто-то именно эту припас. И назад ее примут едва ли до того, как наступит пора. А попытки ее потихоньку продать не доводят, увы, до добра. Нас порою волною смывает и швыряет туда и сюда. И она не на месте бывает, даже в пятках дрожа иногда. Но потом прибегает обратно, не давая тебе отступать. И лишь вовремя и аккуратно подавая ей команду не спать. Потому что она, потому что она у тебя обормота всего лишь одна. Это орган непарный, и как ни крути, адекватной замены ему не найти. То не ветер бушует над бором, то не с гор побежали ручьи. Это снова и снова кларнет и труба подают позывные свои, подают позывные свои. Лето 2013-го.
за сказочная ночь сегодня выдалась? Просто чудо плюс к известным всем семи. Обними меня, мы так давно не виделись. Прочь условности возьми и обними. Все планеты на ночной парад построились под командованием матушки Земли. А небесное светило нас с тобою осветило, чтоб узнать с тобой друг друга мы могли. Это кто такой веселый там в сиреневом плаще, иностранными штанами розовее? Слава богу, в мире есть такие сплавы, что вообще не ржавеют, не ржавеют, не ржавеют. Слава богу, в мире есть такие сплавы, что вообще не ржавеют, не ржавеют, не ржавеют. Кто же знал, насколько крепко все завяжется? Ведь порой в разлуке год идет за три. И, конечно, жизнь не так проста, как кажется, а гораздо проще, черт нас подери. Ведь для счастья плюс к известным составляющим, что, конечно же, весьма-весьма важны, выражаясь откровенно, совершенно непременно друг у друга быть мы все-таки должны. Правый Боже, да чего же мы не виделись давно, но от времени вино не дешевеет. Я сказал же, что за мной не заржавеет, и оно не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Я сказал же, что за мной не заржавеет, и оно не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Все планеты чуть из графика не выбились, торопясь на наш сегодняшний парад. Обними меня, мы так давно не виделись, и давай сюда свой фотоаппарат. Вспышка вспыхнет, и замрем в дурацкой позе мы, словно памятник сбывающимся снам. Чтоб однажды наши внуки нас нашли бы на Фейсбуке и немножко позавидовали нам. Скоро время и пространство растворят нас без следа, нашу пыль ветра грядущие развеют. И останется от нас лишь только то, что никогда не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. И останется от нас лишь только то, что никогда не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Спасибо вам большое. Успехов вам, удачи. До свидания. Спасибо. На сцену приглашается Владимир Альер. Развеян по ветру подмоченный порох, и мы привыкаем, как деды, точь в точь гонять вечера в незатейливых спорах, по басенке слушать и воду толочь. Когда-то шумели, теперь утихли, под старость любезней покой и почет. А то, что опять Ярославна в Путивле горюет и плачет, так это не в счет. Уж мы-то рукав не омочим в каяле, не сунем в ладонь арестантскую хлеб. Безгрешный халуй, запасайся камнями, разучивай загодя
праведный гнев. Недаром из школьной науки всего нам милей слова. Я умываю руки, ты умываешь руки, он умывает руки, и хоть не расти трава, не высшая математика, а просто как дважды два. Да здравствует трижды премудрость холопья, премудрость жевать и мычать, и внимать, и помнить о том, что народные копья народ никому не позволит ломать над кругом гончарным. Поет о тачанке усердное время бессмертный гончар. А танки идут по Вацлавской брусчатке, и наш бронепоезд стоит у грачан, а песня вскипает. Взвивайтесь кострами, и пепел с золою куда ни ступи. Взвиваются ночи кострами в Остраве, в мордовских лесах и в казахской степи. На севере и на юге, над ржавой землею ты, а я умываю руки, а ты умываешь руки, а он умывает руки, спасая свой жалкий Рим. И нечего притворяться, мы ведаем, что творим. Добрый вечер. Огромная, каждый раз возникает радость в сердце моем, когда я попадаю на вечера памяти Александра Аркадьевича. Я виделся с Александром Аркадьевичем в жизни трижды. Дважды на его концертах в доме Михаила Мармера, такого известного московского коллекционера. И один раз на проводах в том самом 74-м году. И песни Александра Аркадьевича всегда были в моем репертуаре, хотя в основном я последние годы занимаюсь собственным творчеством только. Вот, но одну из песен Александра Аркадьевича я сегодня все-таки спою. Без названия. Вот пришли и ко мне седины, распевают про нее. Не судите, да не судимы,
заклинает меня вранье. Ах, забвенье глоток студеный, как легко ты напомнишь мне, как роскошный герой буденный на роскошном скакал коне. Так давайте ж, друзья, утроим наших сил золотой запас. Нас не трогай, и мы не тронем, это пели мы, и не раз. Не судите смирней, чем ави, падай в ноги за хлеб и кров. Ну, писал там какой-то Бабель, и не стало его делом. Не судите, и нет мерила, все дозволено, кроме слов. Ну, какая-то там Марина захлебнулась в петле делов. Не судите, молюйте зори, забивайте своих козлов. Ну, какой-то там чайник в зоне все о Федоре кричал делов. Я не увижу знаменитой Федры в старинном многоярусном театре. Он не увидит знаменитой Федры в старинном многоярусном театре. Пребывая в туманной черности, обращаюсь с мольбой к историку. От великой своей учености удели мне хотя бы толику. Я пути не ищу раскольного, и я готов шагать по законному. Успокой меня, беспокойного, растолкуй ты мне, бестолковому. Если правда у нас на знамени, если смертны гордимся годностью, так чего ж мы в испуге замерли перед ложью и перед подлостью? Историк мне отвечает, я другой, такой страны не знаю. Будьте счастливы, голосуйте, маршируйте к плечу плечом. Те, кто выбраны, те и судьи, посторонним вход воспрещен. О, как боль несусветимый, ты не пошли мне виски сидеть. Не судите, да несудимый, так вот, значит, и не суди. Так вот, значит, и спать спокойно, опускать пятаки в метро. А судите, рядитесь на кой нам, нас не трогай, и мы не тро. Нет, презренно, по самой сути, это формула бытия. Те, кто выбраны, те и судьи. Я не выбран, но я судья. История создания одного псевдонима. Осенней ночью Леночка стояла на посту. Красоточка, шатеночка, заметно звезд. Еще до революции, порой перед грозовой, служила в жандармерии, была городовой. Не может быть, представь себе, была городовой. И вдруг она услышала подметки в жиг-дыжи. Из угла на Леночку мужик бежит, мужик. За ним жандарм и стеночкой, свисток в ночи визжит. Из-за угла на Леночку мужик бежит, мужик. В него стрельнула Леночка, а ручка-то дрожит. Пусть не дрожит коленочка, а ручка-то дрожит. Мужик красавец писаный, пород как кинжал.
взглянул на Лену пристально и дальше побежал. И вот уже по улицам прошли броневики. На смену думским умницам пришли большевики. Жандармов ставят к стеночке мальчишки из ЧК. А Леночку не трогают пока. Не может быть, представь себе, не трогают пока. Но вот к ней мчится нарочный ЦК ВКПБ. В мотоциклетке марочный ЦК ВКПБ. На френче рдеет ленточка, цигарка на губе. Извольте, дескать, Леночка, в ЦК ВКПБ. А там, на Старой площади, тот самый мужичок. Он принимает почести, тот самый мужичок. Ему снимают пеночки, а он молчит, сучок. Все думает о Леночке, тот самый мужичок. Цыганки пляшут рыжие, а он глядит на дверь. Жует под водку рыжики и все глядит на дверь. Все почуют Ульянова, а он рычит, как зверь. Вдруг умолкли пьяные и отворилась дверь. Все в тюле и в панбар, за Леночка вошла. Чекисты так и ахнули, когда она вошла. А вождь, поднявшись царственно от барского стола, сказал ей: ну, бля, здравствуйте, когда она вошла. И сразу на коленочки все пали вслед за ним, узнав, что из-за Леночки он выбрал псевдоним. Назло супругам гадинам, что злобствуют ворча, все Лениным, не Надиным, признали Ильича. Ты говоришь, не может быть, представь себе, признали Ильича. И скоро нашу Леночку узнал весь белый свет. Красоточку, шатеночку узнал весь белый свет. И красные, и белые за Лену лили кровь. Вот что с вождями делает несчастная любовь. Ты говоришь, не может быть, представь себе, проклятая любовь. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Леша сказал, что я буду петь веселые песни. Будут, конечно же, и веселые песни. У меня такое чувство странное. Машина времени, потому что в 70-х и 80-х годах меня постоянно в сборных концертах ставили между Бережковым и Мирзояном, заставляя петь что-нибудь веселое и говоря, чтобы я, цитирую, «разбавил элитарность». Вот. И сегодня мне, видно, тоже придется петь что-то веселое. Но начать я хочу с другого. Начать я хочу песня Нади из поэмы Александра Галича «Кадиш». Я кораблик клеила из цветной бумаги, из коры клевера, с клевером на флаге. Зеленый, розовый, он в слоистых каплях клеверный и розовый. Славный мой корабль, славный мой корабль. Но когда забулькают ручейки весенние, дальнею дорогою, пеленой морскою, поплывет кораблик мой к острову спасения, где ни войн, ни выстрелов, солнце и покой. Я
кораблик ладила, белослудно зябли. Зря я время тратила, сгинул мой кораблик. Не в грозовом отблеске, в буре, урагане, попросту при обыске смяли сапогами. Смяли сапогами. Но когда забулькают ручейки весенние, в облаках приветственно протрубит журавли, к сказочному берегу, к острову спасения, чей-то обязательно доплывет корабль. Благодарю вас. У Александра Аркадьевича был целый цикл про Клим Петровича, почетного большевика. Мы с Аликом Мирзояном поделили немножко этот цикл. Я спою о том, как Клим Петрович, почетный большевик, старый заслуженный рабочий, выбивал своему цеху звание цеха коммунистического труда. Для молодежи в советское время почетное звание было принято очень. На бюро кричали все: «Ты живитесь!» И жилплощадь, и получка по-царски, но я им: «Извините, подвиньтесь, я за правду здесь стою, не за цацки». Как хотите, на доске, на бумаге, целым цехом отмечайте или лично. Мы ж работаем на весь наш соцлагерь, мы ж продукцию даем на отлично. А мне говорят, все друзья говорят, и фролы пахом с тонькою, но никак, говорят, нельзя, говорят, уж больно тут дело тонкое. А я говорю, мотком, говорю, пойду, говорю, портком, говорю. А в порткоме мне все тоже: не суйся, не долдонь, как пономарь поминание, ты ж партийный человек, а не зюзя. Надо ж все-таки иметь понимание. Мало, что ли, пресса ихняя треплет все, что делается в нашинском доме. Скажешь, дремлет Пентагон? Не, не дремлет. Он не дремлет, мать его, он на стреме. А я говорю, в тоске, говорю, продолжим наш спор в Москве, говорю. Проживаюсь я в Москве, как собака, отсылает референт к референту. Ты и прав, мне говорят, вроде, ну и ладно, так вот не подходит это дело к моменту. Ну, а вздумается вашему цеху, скажем, встать на юбилейную вахту, представляешь сам, какую оценку BBC дает подобному факту. А потом про ордена, про жилплощадь, обращаясь, говорят на прощание, было б в мире положение попроще, мы б охотно вам присвоили звание. А так говорят, ну ты прав, говорят, и продукция ваша лучшая, но все ж, говорят, не драп, говорят, а проволока колючая. Ну все, говорю, отбой, говорю, пойду, говорю, в запой, говорю, и запел. Монолог Каина. Птица ночи, спев свое, замолчала, ветку тонкую качнула, умчала. Мне опять который век, и уснуть не смежить век. Все сначала в эту ночь, все сначала. Вот и ты опять со мной, брат мой Авель, легкой тенью в час ночной, брат мой Авель. Я давно уж пел, как лунь, ну а ты все так же юн, как тогда, тот страшный день.
брат мой овец. Кто мне разум опалил желчью, кто мне сердце опалил болью, Бог, не принявший моей жертвы, хлеб, не выросший в моем поле, кто усилил тысячекратно гнев мой тяжкий, мою ругань в час, когда нам на беду, брат мой, рукоять ножа легла в мою руку. Льется времени река, брат мой овец, не кончится никак, брат мой овец. Этот сон и в этом сне, как на медленном огне, я сгораю до сих пор, брат мой овец. А было время, я таким не был, было время, я еще верил, что начнет меня карать небо. Быть бы каре, значит быть мне рядовина. Нет еще такой чаши, что вместила бы твою горечь. И все чаще, брат мой, все чаще ты приходишь и в глаза смотришь. Плоть от плоти, брат родной, брат мой овец. Что ж ты делаешь со мной, брат мой овец? Править суд или ждать суда, возвращаешься сюда с каждой новой луной, брат мой овец. Так я жил, да так и жизнь прожил, в землю черную глаза прятал, мол, не знаю ничего, Боже. Я не сторож моему брату, да вот же он, и кровь его льется, и застывшие мертвы очи, мертвый лист в мое окно бьется, будто что-то мне сказать хочет. Льется времени река, брат мой овец, не кончится никак, брат мой овец. Каждой ночью, в каждом сне ты опять придешь ко мне, а еще поговорим. Спасибо большое. Наш концерт продолжает Владимир Бережков. Мне в свое время повезло. Я познакомился и увидел Галича впервые в 67-м году. Значит, нас набрал комсомол авторов московских, посадил в автобусы и повез петушки. Вот, и в петушках, значит, была большая конференция, там был Ким, Галич, вот Фрумкин, о котором говорил Мирзоян. Кстати, Фрумкин первый придумал этот термин авторской песни. Вот, я не помню всех спор, помню, значит, выходит какой-то комсомольский деятель и говорит: ну, вы же понимаете, товарищи, у нас свобода, мы можем писать обо всем, но должны же быть какие-то, ну, понимаете, преграды, какие-то заборы. И тут Кукин с места: скажите, а на заборах писать можно? Ну, вот. Вот такая была конференция, привозили пиво. Я занял у Галича 3 рубля. И не отдал. Вот, и не отдал, да. Хотя мы встретились через год, и там уже подружились. Это фестиваль в Новосибирске, 68-й год. Прилетаю туда, там, значит, большой такой транспарант на зале. Барды, вас ждет Сибирь. Вот. Значит, ну, для Александра Аркадьевича это действительно кончилось сегодня лучшим образом. Вот. Он пел первый и последний раз вот на такой большой зал. Пел все, что хотел. Были какие-то ночные концерты у нас, что-то невероятное. Вот, ну, после этого все началось, и, в общем, так сказать, Александру Аркадьевичу пришлось уехать.
Там был еще в Париже мой друг Вадим Делане. Это тоже тот человек, с которым мы... вот первое, что я увидел, войдя в этот зал в Новосибирск, это значит, вот Вадим Делане, это человек, который вышел на Красную площадь в этом же году, но чуть позже. Там вышло 7 человек. И они, значит, это как-то отмечают очень конкретно открытие фестиваля. Я к ним присоединился, все было очень здорово. Но когда уезжал Александр Аркадьевич, я не смог его проводить, я был в Душанбе, в командировке, и самолет не полетел просто 15 часов. И, значит, уже Вадик Делане зовет меня к себе и как-то очень так по-тихому, значит, по телефону ничего не говорит. Я к нему прихожу, он мне говорит... Вот Александр Аркадьевич уехал, оставил бобины. Значит, я дал их переписать какому-то человеку. И вот он просил, чтобы я передал их тебе. Это 8, не то 9, вот таких по 250 метров. А приехал я с утра, но магазины были уже открыты. В общем, когда я вечером стал от него уходить, он очень логично сказал, что сейчас тебя вместе с этими бобинами в метро-то и, значит, заберут. Я говорю, да, все равно завтра похмеляться, я к тебе с утра приеду. Вот. И надо такому случиться, значит, после того, как я ушел, где-то через час к нему пришли и все забрали. Так эти бобины, значит, исчезли навсегда. А вот первый человек, которому он их передавал, он его не знал. Поэтому, может быть, они ходят, может быть. Но живые. Вот Алена говорит, что живые, слава Богу. Новогодний бедлам, как в обрыв на крутом вираже. Все еще только входят, а свечи погасли уже. И лежит в сельдерее убитый злодейским ножом поросенок с бумажной розой, покойник Пижон. А полковник Пижон, что того поросенка принес, открывает боржом и целует хозяйку в засос. Он совсем разустался, подлец, он отбился от рук, и, следя за полковником, три кандидата наук. А хозяйка пила, а хозяйка чертовски мила, и опять за столом, как положено, куча мала. Кто-то ест, кто-то пьет, кто-то ждет, что ему подмигнут. И полковник надрался, как марш, за 10 минут. Над его головой произносят заздравную речь и суют мне гитару, чтоб общество песней развлечь. Ну, помилуйте, брат, какие там песни, пока не допили еще, не доели цыплят табака. Он, полковник, желает исполнить романс «Журавли», но его кандидаты куда-то поспать увели. И опять кто-то ест, кто-то пьет, кто-то плачет навзрыд. Что за праздник без песни, мне мрачный сосед говорит. Я хотел бы, товарищ, от имени всех попросить, не могли бы вы, товарищ, нам что-нибудь изобразить. И тогда я улягусь на стол, на торжественный тон, и бумажную розу засуну в оскаленный рот. И под чей-то напутственный возглас в дыму и в жаре поплыву, потеку, потону в поросячьем желе. Это будет смешно, это вызовет хохот до слез, и хозяйка лизнет меня в лоб, как признательный пес. А полковник, проспавшись, возьмется опять за свое и, отрезав мне ногу,
протянет хозяйки ее. А за окнами снег, а за окнами белый мороз. Там бредет одинокая тень мимо белых берез. Мимо белых берез и по белому снегу и прочь в петроградскую ночь, прямо в давнюю зимнюю ночь. Ночь, когда по скрипучему снегу в трескучий мороз не пришел, а ушел. Мы потом это поняли. Белый Христос. И поземка, следы заметая, мела и мела. А хозяйка мела, а хозяйка чертовски мела. Зазвонил телефон, и хозяйка махнула рукой. Погодите, не ешьте, оставьте кусочек другой. И уже в телефон, отгоняя ладошкою дым, приезжайте скорей, а не то мы его доедим. И опять все смеются, смеются, смеются до слез. А за окнами снег, а за окнами белый мороз. Там бредет одинокая тень мимо белых берез. Спасибо. Сейчас попробую, значит, что-нибудь свое так повеселее, может. Хотя эта песня, на самом деле, которую я буду петь, это, она как бы переворачивается наоборот. Это песня о покаянии. Ну, а в принципе, что я говорю всегда, это мечтал я всегда приходить на концерты, где поешь одну, две, три песни без гитары. Ну, потому что тащить ее в метро вообще, это ужас какой-то. Конечно, гармошка бы была к месту, но гармошки тоже нет, поэтому буду петь так. Песня называется «Русский попсон». Представьте себе вагон электрички. Входит то ли бомж, то ли юродивый, со следами высшего технического образования на лице, и поет следующую песню. О чем базаришь, вольная Россия? Торгуй свободы на Москва, Калуга и Кузбасс. Мне рассказал старик, на вокзале в воскресенье жив император, и семья его спаслась на старой калужской дороге, где мчат мерседесы в ночи. Обитель стоит одинокий. Вот там, кто захочет, ищи шапку, шапку. Кто захочет, гуляй, Россия, от получки до зарплаты. Проспи кутеру, забудешь этот страшный сон. Мне говорил старик, что мы ни в чем не виноваты, что скрыт наследник, но скоро явится нам на старой калужской дороге, где мычат мерседесы в ночи. Обитель стоит одиноко. Вот там, кто захочет, ищи. Забудь, товарищ, об Уральском топодавале. Нам все наврали, оговорили наш народ. Мне обещал старик, с которым вы
отпевали еще три года, и Россия оживет на старой Калужской дороге, где мчат мерседесы в ночи. Ну что, когда у нас началось так перестройка, один знакомый журналист мне сказал, что я договорился, и тебя примут в Комитете госбезопасности. Ну а что в Москве у нас так говорили? Спрашивали, вы не знаете, где госстрах? Госстрах мы не знаем, а госужас за спиной. Это вот про это зрение. Я туда... Госужас за спиной. Ну, пришла я туда. Ну, показали мне какие-то документы. Мне сказали, в основном я смотрела наружное наблюдение. Потом я, конечно, помню Володин рассказ о бобинах. Я спросила, а вот у вас же бобины? Я говорю, да, Люца, у нас бобины, но они, вы понимаете, в сейфе лежали, они уже не очень хорошего качества. Я говорю, ну, все-таки вы мне дадите, может быть, я попробую. Бобины-то у меня были, потому что папа писал перед отъездом, 3 дня он жил в доме Бориса Леонидовича Пастернака, его сына Леонид Пастернака. И там были замечательные записи. Он 3 дня буквально не отходил от вот этих магнитофонов. И вдруг я, значит, уже собралась уходить, мне сказали, запоминайте, но ничего, так сказать, не записывайте. Я уже ухожу. И вдруг мне говорят, Алена Александровна, а у вас есть хорошие записи, Александр Аркадьевич? Я так удивилась и говорю, ну, конечно, есть. Но у вас же больше. Вы же писали со свободы, вы его всегда писали. А мне говорят, вы знаете, мы-то писали с шумами. У нас очень плохого качества. Может, вы нам разрешите у вас переписать песни Александра Аркадьевича? Вот такая вот у нас парадоксальная история. Спасибо. Спасибо. Я хочу подтвердить слова Алены Александровны Галич. Я в свое время у моего друга детства, родственник его жены, работал в комитете, вот как раз в управлении по надзору, ну где-то лейтенантом примерно. Вот. И я от него где-то в конце 80-х годов уже получил прекрасную запись, 6-часовую, ну, почти полное собрание сочинений, но это, видимо, было уже с ваших пленок, потому что качество там было вполне приличное. Вот, ну и потом дальше разошлись, извините. Александр Мирзоян. Знаете, вообще-то Александру Аркадьевичу Галичу целой конференции нужно посвящать и отдельный, что называется, такой вот концерт отдельно, а разговоры потом еще большие разговоры про Александра Аркадьевича Галича. Между прочим, если речь пошла о таких вот бобинах, которые не забирали в свое время, у меня, когда делали дома обыск, оставили все бобины Галича, причем вытащили их, они у меня так стояли за книжками, они их вытащили и положили на стол. Я вхожу, приезжаю из отпуска, лежат книжки вот все такие, там натоптаны, и лежат галичевские бобины. Вот так. Я говорю, Наташа, это ты? Как бы вытаскивала, нет. Приходит теща, чайник теплый, часы идут, 2 недели нас не было. Ну, будильник, знаете, вот этот вот заведенный. Через какое-то время, знаешь, приглашают меня. Говорит, ну что ж вы, вот у вас столько всего разного есть. И я все понял. Показали, что как бы дорогой вообще. Вот все здесь вообще. Где ты, там ты, здесь ты, всегда достанут. А записи были классные у меня, Галича. Очень хорошие записи были. Очень актуальные вещи, Александр Аркадьевич. Я не буду сейчас говорить прозаическую часть моих о нем воспоминаний. Спою удивительные 2 его песни, которые более чем актуальны. Сейчас, по-моему, еще более актуальны, чем тогда. Был я глупый тогда,
и сильный. Все мечтал я птице синей, а поймал ее синий цвет. Заработал 15 лет, было время за синий цвет. Всем давали 15 лет. Не солдатами, номерами помирали мы, помирали. От Караганды по Нарым вся земля как сплошной нарыв. Воркутаин да Магадан, кто вам жребий, тот нагадал, а то вас Шимон трясет, тот цинга. И чуть не треть цыка из цыка. Было время за красный цвет, добавляли по 10 лет. А как вновь пошли миром грозы, мужики на фронт, бабы в слезы. Шел там мареве горизонт, а нас из лагеря да на фронт. Севастополь, Курск, город Брест нам слепил глаза желтый блеск. А как желтый цвет стал белеть, стали глазоньки столбенеть. Ох, сгубил ты нас, желтый цвет. Я на свет смотрю, света нет. Искалечены наши жизни, а может, дело все в дальтонизме. А может, цвету цвет не чета, да мы не смыслим в том ни черта. Так подтягивай, друг, за столик, ты дальтоник, и я дальтоник. Разберемся ж на склоне лет, за какой мы погибли цвет. И, конечно, фантастическая вещь, я считаю, что фантастическое стихотворение, песня, которую должны вообще-то изучать в театральных вузах исключительно как такое замечательное пособие в плане произнесения текста. И там, ну вот, Галич, это все-таки великий драматург, даже, я бы сказал, киносценарист. Это очень трудная профессия, потому что надо видеть, как это все будет в кадре, как это будет в мизансценах разыграно, как это будет лицо крупным планом выделять. И у него изумительные песни, изумительные пособия просто для таких упражнений, для таких постановок. На каждую песню, по каждой песне можно снимать кино просто. Просто кино. И вот эта песня о «Разговор с чертом». Я считал слонов и в нечетый в чёт, и все-таки я не усну. И тут ко мне явился мой черт и уселся верхом на стул. И сказал мой черт: ну что, старина, ну как же нам порешить? Подпишем союз, ай да в стремена, еще чуток погрешим. И ты сможешь лгать, и сможешь блудить, и друзей предавать гуртом. А то, что придется потом платить, так это ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом. Но зато ты узнаешь, как сладок грех этой горькой порой сидим. И что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. И ты будешь волков на земле плодить и учить их вилять хвостом. А то, что придется потом платить, так это ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом. Ты что, душа? Прошлогодний снег, не боись, пролетим и так. В наш атомный век, в наш каменный век, на совесть цена беда. И кому оно нужно, это добро, если всем дорога в залу? Так давай же бери, старина, перо, и вот здесь распишись в углу. Тут черт потрогал
мизинцем бровь и придвинул ко мне флакон. И я спросил его: это кровь? Чернила, ответил он. Аллилуйя, аллилуйя. Чернила, ответил он. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Это все аплодисменты к Александру Аркадьевичу, естественно. И я спою две свои песни. Это она никак не называется, называется «Тяжелый блюз» 91-го года. Незадолго до того, как случились вот эти вот всякие события. Там, извините, комментарии есть. Там есть такие слова, чтобы здесь в снегах искать Израиль. Дело в том, что поиск Израиля – это старинная русская забава, потому что в действительности, прежде чем Москва была идея «Москва – Третий Рим», была идея «Москва – есть Новый Иерусалим». И, кстати, столица стоит новая недалеко, стоит, ждет своего часу. Ждет, ждет. Потому что мы все-таки действительно Израиль – народ не евразийский, это географическое понятие, а мы народ вертикального сознания. Мы народ мессианский, только до сих пор этого понять не можем. Приходите, все расскажу на лекциях, да. И если у нас нет вертикали, то у нас ничего никогда не будет. Ни Евразии, ни Азиопы. Бесполезно. Мы есть, в России есть Израиль, как сказал Иван Грозный, между прочим. Ну что ответить? Мой друг-философ, куда завел нас поиск носа? Скажи, зачем вставал на спины и вдаль светил пером гусиным? Чего нашел, кого оставил, и где сестра, где брат твой Авель? Да что теперь считать потери, нам дали все, что мы хотели. И с тем в руках ушли из рая, чтоб здесь в снегах искать Израиль. Где слов твоих уже не слышно, где ты играл и пел для нищих, и видел, как, теряя силы, уходит мир меж губ Далилы. И не спасти тебе тем паче, и не сдержать стеною плача. Да что с того, что к ней прибиты звезда полей, звезда Давида? Так да давай поднимем свечи за всех, кто пел. Еще не вечер, который час, узнаем точно. Ты слышишь бой часов песочных? Смотри, снесло пустые сети, держи весло и пой, как ветер. Спасибо, спасибо, дорогие. И вы помните, один из эпиграфов к этой песне: я последний певец исхода, но за мной идет другой. И вот в начале 90-х, когда начался этот чудовищный исход, я написал эту песню, и мысленно, как бы всегда, в голове у меня присутствовал Александр Аркадьевич.
поля, и вы, измученные реки, прощай, несчастная земля. И муза горя сыны и леди. Спалил нам душу вечный бой, и бури парус наш не ищет. Прощай, уйдем искать покой, поднявшись дымом с пепелища. Мимо, уже ни с кем не споря, мимо терпенья, мимо горя, мимо виновных, мимо судей, мимо всего, что есть и будет, мимо звезды слепых пророков, мимо себе распявших Бога, мимо певцов, склонивших пылью, мимо больших портретов Кия, мимо его великой власти, мимо набитой мясом пасти, мимо большой стены прогресса, мимо под ней лежащих бесов, мимо сваливших вечный город, мимо дорочивших серп и молот, мимо за все старания наши, мимо на всех бездонной чаши, мимо уже замкнувших вежды, мимо большой моей сестры надежды, мимо уходит вверх дорога, мимо раскрытых наших окон, мимо где всех спасали струны, мимо звучал твой голос южный, мимо теперь звенит скаял и словно прощальный зов рояля. Мимо во мраке вязнут свечи точно, язык родимой речи, мимо остатка слов в стакане ты. Теперь спасай паяне, мимо твоей тропы не видя, мимо за все прости, спаситель, мимо твоих остывших храмов, мимо моей уставшей мамы, мама, скажи за всех довольно, мама, уже почти не больно, мама. Куда нас гонит время, мимо твоих пустых ладоней, мимо сырой земли в курантах, мимо открывший рот Кассандры, мимо внизу остались крыши, мимо уже все выше, 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 как холодна свобода. Выше, и только песни схода выше, и снова в вторит эхо плачем на вавилонских реках, мимо гори глагол пожаром дымом, наполним рваный парус, мимо уже не смотрят дети, мимо как нас разносит ветер, мимо, мимо, мимо. Спасибо вам большое. И да здравствует Александр Аркадьевич. Дорогие друзья, огромное вам спасибо, что пришли. Огромное спасибо всем, кто сегодня пел, всем, кто вчера пел, всем, кто откликнулся на наш призыв и приехал сюда петь, и пришел в этот зал слушать замечательные песни Александра Аркадьевича и других авторов. На этом наш второй фестиваль, посвященный памяти Александра Галича, объявляется закрытым. Мы ждем вас в следующем году, примерно в эти же дни. Подробности будут в интернете. Следите, как говорится, за нашими сообщениями. Всем большое спасибо. До свидания. Спасибо.